Сегодня у нас 26 мая 2018 года. Обратите внимание, там воздушный шар такой беленький, с такой штучкой, там кто-то летает. В общем, 3 часа 40 минут. В общем, мы едем в банк на Мучной, дом 2. Вот, смотрите, шарик. Или он там, как это, он летает, или он там как-то вот это при чем-то, или его как-то вверх. Наверное, только он привязан снизу, чтобы как-то вверх. Или что? Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя Татьяна Махтум Сайфуди. Ой, кораблики тут стоят, люди такие на велосипедах. В общем, шарик. В общем, въезжаем тут этот центр-центр, Аврора, крейсер Аврора. Ну, как же без Авроры? В общем, вот так вот. Эти катера, этот бизнес-центр. Кстати, вот здесь вот, то ли в каком-то из этих бизнес-центров это преподавала. Я же тоже ее в курсы прошла. Тут смотрела, как ее там. Которая книжек много написала, блондинистая такая. Блондинистая. Правдина? Нет, не Правдина. Такая она тощенькая, худенькая. Как она, врач? Она врач. Ой, сейчас вспомню. Малышева? Вот, нет, не Малышева. Вот в этих, в каком-то бизнес-центре у нее было. Потом она вроде как в Москву. Ирина Аллегрова? Да нет. Вот, слушайте, а шарик он привязан, он нас ждет. Он уже, в принципе, нас ждет этот шарик. Точно, в общем, сейчас вспомню. Она меня еще спрашивала, я говорю, вы знаете, я у Правдина тоже семинары проходила, она мне так нравится, она мне говорит, вы знаете, у меня к вам есть такой вопрос. Скажите, почему это Правдина нравится? Вот вы мне скажите, чем она вам нравится? Чем она нравится людям? Объясните мне, она мне лично задала этот вопрос. Чем это Правдина вам так нравится? Да, сейчас я вспомню, как Грейс, Наталья Грейс, вот. Я прошла целый, знаете, пакет семинаров, потом я уехала, в общем, целый пакет, пока я здесь была лето, я, в общем, проходила. Потом я там девочке отдала, в общем, эти, то, что я там, не, да, то, что я уезжала, уже купила.